В открытом первенстве города примут участие 30 спортсменов в трех возрастных категориях – 10-12 лет до 18 и старше. В отдельном зачете выступят и паралимпийцы. Некоторые из спортсменов уже опытные всадники, призеры и победители первенств России, Юга России и Краснодарского края. Разнообразные стили в аллюре, галопе, рысе, полупируэты на шагу – в общем, настоящий конный балет продемонстрирует каждый из участников турнира в течение двух дней. Сегодня наши ребята показывают достаточно сложную программу. Они должны выполнить не менее 25 упражнений на лошади. Посмотрим, как они справятся. Я, как судья, тоже немножко переживаю за них. Хотя мы готовились достаточно долго. В этой дисциплине важно не только умение всадника управлять лошадью, но и найти с ней общий язык и взаимопонимание. Этим видом спорта Кристина Ушакова занимается 5 лет. Наладить контакт с абреком, так зовут ее коня, удалось сразу. Но каждый раз перед соревнованиями доверие друг другу нужно восстанавливать. Ведь от этого зависит исход выступления. Например, контур-галоп. Эта лошадь должна не с той ноги идти, галопом. То есть это надо так ее удержать, и держать железо, вот, чтобы, главное, рукой ничего не дернуть, чтобы лошадь шла именно четко и дошла до той буквы, до которой надо. Выполняла ту команду, которую просили у нее. Именно на буквы, установленные в манеже, и ориентируются спортсмены. На этом поле они расставлены по финской международной системе. Не довел коня до нужной точки хоть на пару сантиметров – минус в зачет. Лучше всех среди взрослых с заданием справилась кандидат мастера спорта Дарья Риваненко. Второе место у Михаила Ерохина. Бронзу взял дуэт Кристины и Абрека. Этот турнир квалификационный. Победителям, призерам и выполнившим нормативы присвоены соответствующие спортивные разряды. Впереди спортсменов ждет первенство России и Краснодарского края. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.